Команда круассан. Да. Кто там это со мной? Да. Чё? Можно я допеку? М Привет всем. Привет. А я думал, В можно она смысле будет команда отвечать. Саня? Саня команда А, что ли, командует? Да. Да, я же писал там. Я, бля, чё, вопрос, что ли? Саня, можно я Лучше добегу бы я до проспал обелиска? бы. Да таки, само собой, надо бежать. Всем бежать сейчас в данный момент. Пока не захватим Мы обелиск. сборы не делаем, да. Сейчас все бежим. Точки, ой, просто здание захватываем, все. Вы Сверху здесь, да? Нет. защита. После как обелиск захватим, делать телепорты. Преждевременно закинуть войска в здание. Кто первый делает телепорт, я уже сказал. Кто последний, тот мы поняли. Кто последний, тот мундок. Сунь вынь, да. Какой же у меня сунь медленный. Хлеб, я тебя в пятки душу. Ну, как сказать в пятки? Так, давай этот, ну, не начинай. За тебя почти 200 тысяч пехоты. Заткнул штыками, ты охереешь. Да, я хочу быстрее. А, вижу, вижу. Ну там единственное нормально будет 13 миллионов мощи. А, 13 и 9 миллионов. И 11 еще, по-моему, там И было, 8. нет? 9. Ну все. И 8. Все, нас убьют. Кстати, Так, я отойду ненадолго. они обелиск-то взяли уже. Ну, мы тоже. Сейчас со Снизу стороны обелиск хожу. ближе. Терем, терем, терем. Так, а чё? Куда они там идут? Чё-то никуда, да? Они ждут. Наблюдают. По одному не выбивайте зданий, только сборами. Они сразу на ресурсы отправляют, на караван, то есть. Нихуя себе. Не, ну это зря. Так, к ковчегу идут, я так понимаю. Вообще маленьким отрядом можно бегать, прям вообще маленьким. Можно, почему нет? Основные силы у них внизу, у вас получается, Слонь. Там. Ну, у нас тоже Сейчас основные будет. силы внизу. А кто в команде А? Кто руководит? Кура. А, все так бывает. Я спокойно. Москва, 200 тысяч коней. Вот ты, блядь. Маньяк, ну. Рагнар, первый там список. Ветель, повтори, это Рагнар спрашивает, кто первый ТП делает к обелиску. В команде А Москва, Курасан, Зе Джаст, Куба, Лена. В команде Б Свонси, Стрэндж Кэт, Дивайн Шадоу, Абл, Ростов. Стрэндж Кэт, я сразу про себя думаю потом. Нет, у меня другой ник. Я не Мы что-то Кэт. тебе не знаем. Да. В первую очередь самой разобраться. Макс, я же тебе сказал, тебе делать телепорт. Так, чё, В здание команде А. можно брать? Да. Нормальный голос. Что-то молтарим. Они уже так делают. Ничего себе, там Катя на алтарь небо прет уже. Нормально. Это все драконий копейщик. Ну, сила. И ты один. Команда Они просто Б, летают. кто А там там уже идут туда, делает? кстати. В Алтарь очередной. небо идут. Через 15 секунд этот
Обелиск А будет. Угу. Так, туда можно, в принципе, не идти. Я поставил эти. Алтарь пустыни. Что, крепить? Алтарь максимально крепим. А вот дальше что, отряды куда совать? Алтарь небо? Верхний. Да не надо, не идите туда. Я сейчас захочу. Команда. Нету смысла? Да нету смысла, они сейчас все равно заберут. Что, хотя если рядом, что не успеете, типа, его забрать. Да вы там чего не учите? С каких пор вот этот... Кто у тебя там командир? Пускай забирает, мы будем дефать. Ну ладно, тогда я обратно. Не, пойди обратно. Почему у тебя быстрее бежит? А, нет, я быстрее. Крепить втором отрядом, пока вот кони бегут на алтарь в пустыне. Команда Б снизу, святыня жизни. Главное убежать оттуда. Там 154. Ну так нормально там. Чтобы мой отрядик пострадал. Так, давайте телепорт, команда А. Так, что, сбором или как их выбивать? Аня, там мало. Команда А, что делаем? Команда А, телепорт, давайте наверх. Все? Или все, кроме меня? Ну, блин. А ты не хочешь? Так. Команда А, защита. Обелиску. Алтарь крепим? Ну, само собой. Основной отряд куда лучше? Ну, в принципе, сейчас у всех по два отряда, я думаю, да? Солянка и... Да, у меня два. Общая, поэтому... Просто сделаешь сбор? Сейчас посмотрим, куда они идут, в принципе-то. Со мной это, погоня. Ну, ты форсаж смотрел. Опыт есть. Просто делай сбор, я поставил точку. Я, короче, убегаю в ихнюю сторону. Не на меня агрятся. Так, чтобы еще быстрее бежать. Ребят, самое главное, смотрите за противником, чтобы он в тыл не зашел и не начал рубить нам караваны. Если такое будет, предупредить. К обелиску, да, вот если они будут подходить? Да. На святыню какую-то. Команда Б, отходим от святыни жизни обратно. Делаю, но я чуть-чуть вешу. Команда Б, отходим. Так, что ты, Макс, хочешь команда там попробовать? Идем, Рагнар, Кира, отходим. Там Джаст нормально тоже. Так. Слушайте, обелиск не быстро захватывается, нет? Там 3 минуты он потом еще. Плохо. Типа не успеем все равно там. Да не, я хотел захватить быстренько. Че, мы тогда там сверху от защиты после, как будет приближаться ковчег, сможем, в принципе, подойти к нему. Ренат, да, отходи. Команда Б, Ростов, сделаешь сбор? Или что там у тебя? Нужен срочно сбор на цветную жизнь снизу. Я делаю. Так, делаю. Храм не тут. 3 марша. 4 марша. Все, я запустил. Так, ребята, они к ковчегу подтягиваются, 2 минуты будем. Да. 5 отрядов там. Так, вы уже должны были. Там за 3 минуты надо было подходить к команде. Пойдемте, ребятки. Успеем, думаю, да? 2 минуты. А куда? Куда идти? На ковчег. Все на ковчег, да? На ковчег. Нет, команда, на кроме ковчег любого. Через святыню войны, но не все. Давайте там останетесь кто-нибудь в зданиях алтарь пустыни. Парочку человек, думаю. Может, еще ускорить? Команда нет, пока нет. И наблюдайте, команда, за святыней жизни и алтарем. Тут, короче, не дадут пройти, да? Из алтаря пустыни не выходим, команда брать.
Ну, помогать-то кто-то будет на охране, там, блядь, ковчег. Команда А, давайте на ковчег. Я ебу. А с... там Лисанге у них? Что? Откуда у них Лисанге? В смысле Лисанге? Я тоже не понял. У них Лисанге. Что? Да. Команда Б, идем на ковчег. От алтаря пустыни идем на ковчег. Джаст, хлебушек, подходите ближе. А на сбор этот ветер сделать все-таки вот на этот алтарь? Делай, да. А где Макс-то? Он с другой стороны пошел. Делай на ковчег, бежим. От Лисанге просто. Со стороны врага. Команда Б, идем на ковчег вместе. Из алтаря пустыня. Так, ребята, вы там справляетесь, мы там отвлекли, если что, ковчег ваш там, скорее всего. Команда Б на ковчег со стороны врага. Понятно. Саня, нам это, нам пиздец. Не-не-не, мы не это, мы отвлекаем. Не, пускай они там отвлекаются. Там на ковчег один отряд идет, второй оттуда. С другой стороны там обходить кто может. А ну маяку я, то я копейщик отбегаю еще. Угу. Нормально. Стрэндж кайт. Сбор там прыгаете, да? На этот, на святой мишу. Да, прыгнем. Так, оп. Уже два здания захватил, а смотрите. Нига, считай, опасный. Ковчег кто-то тянет или я не помню, где ковчег? Хлебушек, отряд. Саня, беги. Да, Рагнар. Ковчег забыл. Но если он его тянет, может, тогда нет смысла бежать туда и освобождать алтарь пустынями? Или нормально? Сейчас посмотрю. Хлебушек, ну, хлебушек, пиздец. Ходит. Беги. Также основной отряд в алтарь пустыни. А... Да. Бегу. Там сбор на нижний. Свет кинул этому нижнему. Тут. Команда Б, крепим святыню войны. Что там подходит к ковчегу, да, смотрю? Два отряда. В принципе. Да, разбирайтесь, я видел. У вас хватает. Это не важно. Вот. Снизу вот проблема. Команда Б укрепить святыню войны. Мне... Бежим. Не дошли, блядь. У меня 50 секунд бежать туда. Угу. Алтарь небо один там. Внизу у вас. Блин, а... Сейчас код добежит. Ну, у нас... Так, короче, подтягиваются на ковчег, ребята, с команды А. У нас там враги. Только не понимаю, зачем. Все, команда А может обратно идти на захват. Ой, на защиту. Да, мы, в принципе, не парились. Ну, вот, нормально, ладно. То у вас там проблема. На наш обелиск. Кто-то есть? Сейчас смотрю. Ну что, мы отбились, тогда возвращаемся ближе к этому. Макс, на тебя идет какой-то. Какой-то отряд. Ростов, что еще раз? Какой-то отряд. Так, святыня войны пустая, надо забрать. Что за фигня-то? Зачем? Так, святыня войны взять, короче, святыня войны. И засесть какая-то там, короче, нахуй ебать. Бьет наши крепы. Ну-ка, иди сюда. Ебани его. За всех. Так, замес на ковчеге, понятненько. Ну что, вы там отбиваетесь? Да вроде нормально все. По количеству у нас там больше. А вот этот алтарь неба мы что, отдаем? Да, он нам не нужен. Понял. Мы будем сбор на него делать? Потом. Так, команда А, что делать нам? Команда А, защита.
Чисто защита пока. Алтарь небо еще прочекаю там у них. Ростов там тебя бьет. Развернись. Дай ему дверь. А сколько их там вообще? Ну, она по тебе умирала. Блядь. Шесть человек показывают, и пиздец. Сейчас мы еще один заберем ковчег. И будет свобода 10, кто хочет, так и играет, в принципе. И хлеб там это. Туда, в калитку к ним? Да, можно будет в калитку идти. Сейчас стоп. Не, давайте без свободы действовать. Не-не-не, ну я посмотрю по очкам. Можно или нет, будет там скажу. Это же не наш стиль, у нас сразу все. Нормально. Вроде бы как все нормально идет. Как бы под конец не обосраться, блядь, как обычно. Ну это да. Ну ты сейчас сходи лучше. Не, ну блядь, ну что. Поздно. Наш конек. Так, че, они сейчас с этой войны будут нас выездить толпой, да? Пускай попробуют. А алтарь неба пока не отбираем? Там 157 тысяч. На сверху защита не стоит. Пускай там пробуют. Сверху алтарь неба вообще бессмысленно забирать. Она вам просто не нужна. Мы с этой войны забрали у них там это. Если есть возможность, забирайте, если есть. Забрали дефы, они вон пиздят руками. Ну, все нормально, да. Ух ты, нихуя их там идет. Нормально так. Где? Святыни войны сверху. У нас, наверное, может вынесут, хотя. Хотя нормально пока. Алтарь неба снизу забирайте, команда Б. Не, что-то у них не катит. Так, с алтаря там сбежал челик, интересно. Блин, я вообще ни с кем не подрался, что за прикол? Да их мало там. Блин, ну я сижу в алтаре, короче, не дергаюсь. А, и короче, там... можете это все идти их ногами, там, руками, все. Догонять их под базу, да, все, они поулетали все. Там осталось-то три коллеги. Ну вот они сейчас святыни войны будут у нас мочить, короче. Я говорю, что-то их там нет. Посмотри, сколько их осталось. Да я смотрел. Я думал, у меня залагало, типа. Все, короче, бейте их там ногами, руками, чем только можете. Палками. С вертушки там. С вертушки, да, с вертушки. Я дурды бил там, да? Ай, блядь. Не, пускай они руками пиздят. Не, пускай руками. Типа, ну, здание. Пускай. Маньяки, блядь. Солнце, ты понимаешь? Я же тебе говорил до этого, что ты везучий. Понимаю. Понимаешь? Вот теперь точно понимаешь? Не очень. Lucky man. Я до этого говорил то, что мы выиграем, когда ты будешь командовать. Короче, 9 минут туда. Ну вы, короче, это выигрываете, а я пока по-тихому буду пиздить ковчеги. Давайте, они тут он здание пробует руками бить. В алтаре не было пусто, кстати, забирайте сверху. Так, Да все, загоняйте их под базу уже. Че уж, мелочится. Ну да, в принципе, че. Главное, чтобы в тыл не зашли там. Не, в тыл нет тут никого. Сейчас я обидеть, буду забирать их. Они там поверху решили что-то сделать, короче. Попытаться, точнее. Ну да. Не, ну что-то я такое не хочу заливать, нахуй. А ковчег можно куда угодно, типа, или только... А города нулить дают что-то, нет вообще? Куда угодно, в первое здание. Думаю, очки дают все равно, типа. 60 тысяч пехоты, все пошло нахуй, ебать. У нас ковчег.
Ебать, у меня 6000 очков. Откуда нахуй? Чекать. Нет очков, блин. Чекать, я сейчас в соло разъебу. 60000 нахуй. Где ты, сам? Святыня войны, короче. Там у них ближе. Да. Сейчас меня наебашь. Не, сейчас меня ебнут, нахуй. А там Москва идет. Давай это. Сейчас Москва им ебанет. У ковчега собираются. 4 отряда. Команда А за 3 минуты до начала ковчега идут. Москва раздамажит, меня затанковал. Все, домой, нахуй. Обелиск забирается 3 минуты, да? Да. Команда А, да, за 3 минуты. На ковчеге там, кстати, это. Команда Б за 2 минуты. На обелиск залез, вот один, 2 минуты осталось на их. Ребят, ковчег. 3 отряда. Они поверху решили продавить. Вы отвлекайте, как тогда, я по-тихому спизжу. Хорошая стратегия. Ну что, кто будет помогать мне отвлекать? Ты один справишься, нормально. Пускай. Там вверху замес начался такой, ну типа, очки набить. Меня надо туда подключить, нахуй. Как раз мне вкачать Ричарда. Так, Святыня войны сейчас возьмут у нас. Там Джаст остался только. Да, можете набивать уже очки. Ничего. Здрасте. Катя. Че, один воевать, что ли? Так ты не лезь один, ты че? Тебя сейчас отхуярят. Бля, откуда у него СНГ тут? Один не надо на всех. Не, ну смотри, подбор идет помочь. Второй обелиск сейчас заберу, возможно. Кто ТП будет делать? Это рвак какой-нибудь на там, может, на 10 младше нашего. Какой там ты обелиск заберешь? Ага. У нас здесь СНГ будет через. Понял. А че не слепые ты? Ебай не слепые. Ну да, я ж так и говорю, думаю. Кстати, а можно задать вопрос, откуда у них ли СНГ? Ну у нас короче через дней 8 будет. Возможно, у них сервер старше просто. Слышь, блин, сейчас меня въебашут. Хотя нет, ТП успеет. Москва, давай, я сейчас танковать буду. Будет то делать, нет? Набивай там очки. Только, правда, долго я не протанкую, но... Кто спрашивал про лесом? Пиздец, секунду. Да все, наверное. Надо на подмогу на ковчег, пожалуй. Где-то около нас, может, дней на 10 младше просто сервер. Что-то какой-то маленький урон. Маленький был. Сейчас со вторым отрядом иду. Давай выводи на второй отряд мой. Там пехота идет. Не, в другую сторону. Москва, в другую сторону там это. Пехота идет. Блин, Кира. О, так, молодцы. Че, ковчег нормально все? Да, все отлично. Абель там херачит, блять, пехотой ебашит. Я к ним на заставу иду. Давай, сейчас я подхожу, короче, танкую и ебашу. Что у нас тут, блядь? Наверное, надо было Асуни и Рича оставить лучше. Подождите меня, пожалуйста.
Что-то их прям так много, а чё один и сюда-то идут? Ну, понизу шансов у них мало. Они все наверх пошли. Ну, команда Б, пошлите наверх помогать. Чё там Макс набьет нахуй. Смотри, кидает меня, как обычно, смотри, видали? Смотри, смотри, бегает, бегает, блядь, так. Типа рядом бегает, короче, пока я там я танкую. Он войска просто берегет, бережет. Да, да я понял, типа, ну. Ебать их там сколько, ау. Так, погодите. Ковчег набираю. Так, мне еще 2000 набить. Что-то они прям здание не берут, типа все, типа смысла нету. Ну они сейчас поверху пойдут, кстати, их там кучка такая. Абель пошел соло, короче, ебашить. У него речь просто это хилит пехоту. Че, давайте кто здесь есть, давайте хуярим. Все, короче, задние врубают. Бля, телеги взял случайно. Так а где битва идет? А, наверху, короче. Там эта кучка прям такая заместная. Сейчас иду. Знатно мне пизды надавали. Ну только они тут собрались. Я, короче, здание прыгну пока. Вот там это. Держитесь. Да, вот Лена правильно сделала. Макс, погоди, сейчас я второй еще пригоню. А у тебя он тоже второй идет он. Они решили здание пушить. В здание прыгните просто. Да, да реально у них. Да, да, ну овес на кич. Чё будем делать, выпрыгивать или в здание поторчим пока? Короче, в здание прыгните пока. А, там уже потянули снизу, я, блядь, не заметил, выпрыгивайте. Может потянуть время с ковчегом? Потянуть? Угу. Так у них несколько игроков, да, я так понял, в СНГ? Ну да. Ох, блять, сука, подходит, черт. Зря телеги взял. Нихера себе, блять. Да, yeah.
Как пушечное мясо идут просто и все. Ибо 9200 уже ебанутся. Нормально. Неплохо. Все, караван-то собираете? Ну так. По сравнению с предыдущим, конечно, это небо и земля. В плане то, что караваны никто не режет. Действий от них никаких нет, потому что они все ушли практически. Чё, я так понимаю, я успею еще один ковчег стырить, да? Да по-любому. Ну надо, да. Так. Святыня войны. Я понял. Туда идти, да? Угу. Ну там один. Второй идет. Сейчас раньше подойдем. Че, просто подходим и толпой ручками. Куда-то поближе к боевым действиям. Да, забирайте сразу. Прям. Стрэндж, мочи тоже. Там уже почти никого нет. Что-то АФК встал. Ава. Можно я на обелив команды АФК сделаю? Да. Осман, блядь, на защите стоит, ну пиздец. Че, выходим, бьем? Кто там в здании? Короче, я 10к набил, я че, в здании буду стоять, а? Так, а где посмотреть, сколько там надо? Посередине вверху. Ну, будешь выкладывать, да? Нижняя команда Б. Все, я в здание упрыг. Макс тоже набил. Чё-то у меня совсем маловато, блядь, 3к. В основном, кто участвовал в баталиях. Да не, я просто это, спортом занимаюсь, бегу туда-сюда. Можно, в принципе, у них забрать обелиск и нулить города попробовать. Обелиск? Давать. Да, заберите обелиск. Заберем. Пойдем, заберем тогда. Телепорт сделаю. Может, как раз сбором, нет? Да не, без сбора. Давай так заберете. Они, они туда все ТП дали, кстати. Потому что они нам фору дают. Ага, и сейчас резко... Да. Точно. Не, без вариантов. Ладно. Интересно, они отхиливают вообще войска? Да, да, да. Я вот еще ни разу.
Я уже 4 раза. Не, мне... Где-то дня 4 хильнул. Мне прошлого раза хватило. Главный вход вот держу. Почти. Главный вход? Где они там рождаются? Ой. Рождаются. Такой типа, я родился. Лунатики, блядь. Они, кстати, ебать, кстати, нормально, да. Подтягиваются, кстати. Так, ребят, давайте деф этот в здание уходите. Святыни войны. Назад. Тут же войска не умирают, да? Нет. А Сири... Ой, Копчак будет через 2 минуты. Мою уже на подходе. Я возьму. Можно я сейчас возьму? Сейчас Марисер придет, и да я без буду разницы. Там заберите кто-нибудь. Там вроде никого нет из врагов. Да, они все вон у нас тут, блядь. Тусовщики, блять. Перехотели они, походу, да? Давайте идите наверх, кто очки, ну кому очки нужны. Да, нужны. Опа. Да, тоже нужны. Не могу, 40 тысяч пехот затанковать, пошли Ростов. Давай, вот этого ближайшего. Давай, давай, давай. Поехали, Сань. Сейчас, сейчас. Сколько у тебя там? 40 тысяч. Нормально, там... у меня еще речь есть. Не, запрыгивай, запрыгивай, подожди, сейчас Ричард идет мой. Ну а ладно. Запрыгивали, все, пошли. Да я один выпрыгнул. Все, погнали, погнали. Ну ладно, погнали, выходим. Погнали. Да я выпрыгнул. Сейчас меня быстро ебнут. Лисунге надо душить. Алисенга там с кем? А, с Османом, блядь. Ну, в принципе, дополнительный урон, ну, блядь, ну не. Туфта. А Суньзи неплохо. Суньзи он бы сейчас тут нахуй раскидал бы конкретно, блядь. Mm-hmm. Просто по фактам. Сила в правде была бы. Не прокачан у него. Да я тоже думаю. У нас третий уровень. Хотя у него 7 лямов, может прокачать. Все, на скоростной поезд поехал. Я вернусь. Блин, две метки стоит. Так, а чё, где все? Кстати, можно нижний захватить, наверное, этот обелиск-то. Там два человека. Я туда телепортнулся, и меня выбили. Так там, так там хлеб телепорт дал. Да я там тоже был. Нет, занулили, так сказать. У меня нету войск уже, все. Ясненько. Москва меня перегнал. Ну, конечно, блядь, две пачки там. Их это... О, сбор, нифига себе. Дефьте это здание, дефьте, дефьте, дефьте здание лучше. Сейчас набьете очков больше, серьезно говорю. Лучше бы задефили, типа, ну... Ростов кинул бы одну пачку в этот, в деф, и когда они бить начали, бил бы. Зря ты так сейчас. А, да, он их так убит нормально. Не, ну вырубит, но очков-то больше получил бы. Типа мы так за этот, за деф получили много. Я сейчас солянку вытащу. Ой, хилится, блядь. Правда, с тележками ходит. А чего они отходят? Так мне интересно, блядь. Да, там еще на подходе, не волнуйтесь.
Ребят, давайте играть. А мы не играем? Да, я и этим говорю. Они скучные что-то. А ты был на прошлом Осирисе? Нет, я тогда сидел в этом. Семь смертных грехов играл. Просто прошлый Осирис повеселее был, да? Надо набить больше 50 очков. Разницу между ними и нами. Вот как цель. Там, наверное, больше будет бонусов. Потому что это в достижениях бывает, что... Стрэндж, Танюша, Абель, Свонси. Давайте это, ну, набивайте 10 тысяч. Да, нормально, мне так сказать. Голову золотые. Да меня просто телепортнули обратно. Занулили, и я пока бежал, блин, минут 10, наверное, бегал. Что они там отдефали, что ли? Да прибегут. Прыгните вы в здание, они сейчас его долбить будут. Они какие-то дурачки. Типа, ну, руками бьют. Да, так интересно. Как там говорится, бегите, бросьте меня. Если бы ты это чаще бы говорил, вопросов не было бы. Так, а для чего очки набирать там надо? Голову там дают, призы получше. Для награды, если ты больше 10 тысяч наберешь, там около 10 вроде золотых дается. Не надо. 8. 10. А может и 10. 10. Я просто раз когда набирал, 10, да. Надо потом Максу с 89-го похвастаться, он 8 получил, а я скажу, я 10 получал. Вот так вот нахуй. Я тебе говорил, прыгай к нам. А то он типа говорит, я на 2077 полечу, нахуя, типа так далеко-то, я не понимаю. Типа это бред. Будь он там в топе 3, там, в топе 4, то не факт. Чё-то их прям так это, много-то появилось, там, там пехота, кстати, еще есть. Кучка такая прям. Боевые барабаны, ну нихуя себе. На этом я думаю. Так они это, реально хилятся прям конкретно, смотрю. Да, нормально прям, пытаются дать отпор. А если они проиграют, у них будет 10 тысяч очков, то будут им голова? Ну, там 5 золотых было. Понятно, почему стараются тогда. Я, короче, это самое, пойду на лоха, попробую их обелить и взять. Нормально, надо было Сунерича сразу ставить. Что-то у них 10-миллионники такие, прям ни о чем. Сладенькие. Они все в ратушу качают, вот как Макс тоже с 89-го. Типа и многие там. Для КВК типа готовятся. Ага. КВК уже, блядь, 2 недели, что они сделают-то? Mm-hmm. Я вообще не понимаю просто. Ресурсы будут собирать нахуй. Вы когда-нибудь видели, как драконий копейщик будет бить? Ну-ка, ну-ка, где там? Что будет делать? Макс, что-то я тебя опять догнал, короче. В алтаре неба
Сверху нету гарнизона, я туда иду. Забери. Можете крепануть. Тоже. Вот надо было кого ставить командиром-то, а? А кто-то вначале кто-то кричал, я. Все, меня домой отправляют, короче. Я натанковался. Я, кстати, так нормально затанковал-то. До сих пор пиздюк. Блин, 9200 не хватает, 10. 10 минут успеешь. Да не, я домой бегу, пока добегу. У меня 14300, блять, уже. Вот, телепорт туда дал еще, прикинь. А снизу, типа. Я понял. Идите, набивайте, они прям, ну, специально выходят, короче. И для себя, и нам плюс, короче, им, типа. Не, не где, а вот они. Я, блядь, полкарты уже облазил, ищу. Так ты спросил бы, чё? Можете кто-нибудь крепануть алтарь неба? Да, не надо, в принципе. Да нет смысла. Просто ничего не дает. Как не дает? Сейчас через 3 минуты. Да у нас очко. У нас очков и так нормально, типа, ну. За каждый грош убиваться, хотя. Копейка рубль бережет. За алтарь много дается. Ну. Среди зданий. За ковчег тоже так нормально дается. Через 3 минуты ковчег, кстати, никого нет, кстати. Кому очки нужны, тот пойдет. Быстрыми конями там. А что делать, если быстрых коней нет, они все сдохнут? Чего говоришь? Типа, что делать, если быстрых коней нет, они все сдохнут? Ну, установи чуть-чуть. Просто ковчег забрать и все. Там никого нету. Отправил у кого-то все. Ебать, кого-то там. Хлеб, ты что, блядь, кого-то сжёг уже? Это типа месть? А чё? Смотри, толпой душат. Макс, как обычно, стоит АФК просто. Такой типа это, пацаны, я набил, короче, но вы это. Он просто этот самый момент ожидает. Хлеб, ты там все пиздить будет. Да охуею. Нормально. Смотри, сейчас как размотаю. О, их четверо уже, да, они сейчас меня. Да они тебя сейчас там по кругу пустят. Спасайте меня, спасайте. У них лисунге. Все, короче, они доминируют, понятно. О, улетело все. Он не сам улетел. Двое улетели. Просто давай, да, свидания. Не надо благодарности, ресурсы тоже можете не отправлять. Да, мы не хотели. Чё, Макс меня перегнал? Ну, наконец-то, я ждал этого момента. Типа, он это должен изи меня перегонять так-то. Это самое, можно мне ковчег оставить, пожалуйста? Кому очки важнее, пускай тут и берет. У кого больше там. Ну, у меня только 5000. А у Кати сколько? 6. Ну, вы, в принципе, никто, наверное, не вывезете все равно. Мне надо, мне. Что-нибудь надо. Ну, типа, мои. А я соседа сожгу. Соседа не трогайте моего. Возле близко. Я его сейчас сожгу просто и все. Пускай. Хлеб, я тут рядышком, но бежги. Блин. Я не знаю, вам все равно надо помимо ковчега еще. Он бьет. Иди его хренач. А я попробую город. У тигра 7900, пускай он ковчег возьмет. Там за ковчег мало дают очков, ребят. Сколько там дают? Это вообще копейки. Ну и пиздец. Там очки дают только команде, а не личные.
Там личных вообще, в принципе, не дают. Да и нахуй так, а то вы тут ссоритесь, кто будет брать, они... Идите возле обелиска набивать, а вот тут тип прилетел, бьется. Да. Бился, точно. 25 минут. Хватит брать. Просто в ноги к ним прыгать и борьбой. Как Хабиб умеет. Подождите, вот смотрите, я захватываю сейчас обелиск, да, вот возле них. Угу. И тут хлеб стоит. Если я вот второй отряд к хлебу кину, я ж могу телепортироваться, правильно? Один в обелиске. Попробуй, да? Я не уверен. Я тоже что-то не уверен. Хочу подумать. Закрою ворота. Вот сейчас хочу как раз. А смысл туда телепортироваться? Ну а куда? Куда? Хоть куда-нибудь, блин. Че, пойду я Макса догонять. Ближе к вам быть. Макс, мне надо тебя догнать. Че, хрен давай, вылез, вылез. Короче, ну это победа. Ну, да. Ты только сейчас поняли, что ли? Не благодарите. Ты погодите, а то сейчас это... Не благодарить, в колени не падайте. Давай хлеб его задушим нахрен. Ну, нас это не войны забирают. Меня тапками не закидают. Ну, как это посмотреть? Все, они сдались. Больше не вылезли. А им на ролях уже нечего. А, все, так я вообще не лечил. Не, нормально полечил. У меня сколько? 300к Т4 было. Че, можно толпой жечь города, в принципе, че? Сейчас вот добьем. Да, можно не толпой даже. Там в одинокого справляешься. Так, вот сейчас я хочу попробовать хлеб. Вот, смотри, а если Сунги-то нормально пробьет. Да? И вот могу я сделать ТП? Ну, по идее должен. Ну да. Могу, все. Делается. Ну на всякий случай проверили, да, все, короче, отлично. А, нормально, это прикольно. То есть один отряд у меня в обелиске был, второй, вот я к хлебу залез и все. Ну, Макс, я навряд ли догоню. Куда пошел, блядь, собака? Ушел, да, прикинь? Все, теперь, короче, 2:40. Вы под конец прямо вообще нагреете? Ну, о, да, меня Лисангой пиздит. Ну, кстати, нормально так бьет. Так у меня армии нет. 4500, да, вообще норм. И то, я думаю, он не прокачанный вообще. И армии у него мало, коряги там. Ну, короче. Я уже не качу. Макс, все, я сдаюсь, ты победил. Почему не качнешь? Ну потому что у меня ставка была 25 ратуш поставить, я уже тупо ее не успею до ЛСНГ. Я, короче, его открою, там на пятерку качну и потом буду добивать у него. Потом да, нормально. А ты там уже поставил? Там с кого-то. Миш. Не-не-не, да ну там много ресов нужно. Там меня напугал брутал с тем, что скоро этот будут блокировать. Запоминайте этот ковчег, больше такого не будет. Ну, хорошо. Все здания. Я последний раз играю, поэтому он так говорит, видите. Конечно. По такой легкой победе у вас никогда уже не будет. Сань, слышишь, если тебе нужно будет прощальное письмо, я тебе скину. Нужно будет. По-любому. Так, ну они прям... Хилятся, они маньяки. Отвечаю. Да, им, видимо, нравится. Ты пиздец. Они кайфуют от этого. БДСМ любит, ясно. Походу дела. Загадочный струй, блядь. Точно нахуй.
Что, мы все захватили, да, на карте? Нет, давай, не, это близко, опять красный. А, ну, почти. Сталкер в ахуе просто, блядь. Зов в Припяти, блядь. 30 секунд. Да все, АФК стой. Тоже бесполезно. 30 секунд осталось. Ну все, с победой. А что там, троекратный ура, кто кричать будет? Три выстрела там, троекратный ура. Или что там? А надо на отхил поставить, успеть, да? Да. Да я, кстати, вот не ставил, и нормально было. Ну ладно. Поставьте хил. 6 дней хил, ебанутся, блядь. Рекламная интеграция, кому нужны будут титулы, вы скажите. Так, ты давай это, без реклам тут, я тут на YouTube выкладывать буду. Блин, я шедл чисто под конец обогнал. Вау. Макс, ну ты, конечно, я тебя поздравляю, но я тебя завидую, сука. Да, 10 золотых лук. Короче, за два ковчега мне дали 650 очков. Просто огонь. Пушка. Я тут скриню, короче. Скриню, на стенку повешу дом. Выйти. Обоссали, блять. 10 голов дали. Да. Просто у нас Моисей не верил. Моисей не верил. А в чем прикол? Типа, мне дали 8 голов за 19 место. Очков не набил.